В Каспийске прошло первенство Дагестана по всестилевому карате. В течение 2 дней обладателей 40 комплектов наград определили около 200 участников. Среди победителей – представители Махачкалы, Дербента, дагестанских огней, Хасавюрта, Каспийска, Кизилюрта и Кизляра, а также Кизилюртовского, Кумтыркалинского и Дербентского районов. Соревнования проводились по 2 разделам – в полном контакте в средствах защиты и в микс-рестлинге. По итогам наставники сформируют сборную Дагестана для участия на всероссийских соревнованиях в Анапе.